je prêt à vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats. Ребята, всем привет! Вам понравились только что увиденные кадры? Да, это наш Самарский загородный парк. А сняты эти кадры были на камеры Soco F500. Недорогую камеру, уникальную в своей категории. В чем же ее уникальность? Давайте разбираться. Экшн-камера Soco F500 построена на базе чипа HiSilicon 3559V200, обеспечивающего съемку в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду со стабилизацией изображения и сенсоре Sony IMX458, уже знакомым нам по камере Digma DKAM82C. Но при одинаковой цене $60 F500 имеет ряд неоспоримых преимуществ. Она имеет сенсорный дисплей и укомплектована пультом дистанционного управления. Рассмотрим внешний вид и комплектацию камеры более подробно. Камера выпускается в черном прорезиненном корпусе. На передней панели мы видим линзу объектива с углом обзора 170 градусов, кнопку включения, переключение режимов фото-видео. Сверху расположена кнопка спуска затвора и индикатор включения Wi-Fi. Слева доступен слот для установки карты памяти объемом до 64 ГБ. Разъемы microUSB и HDMI. Справа кнопки вверх-вниз и декоративная решетка динамика. Снизу отсек для установки аккумулятора на 1050 мАч. Заднюю панель украшает сенсорный дисплей разрешением 320 на 240 точек. Комплектация достаточно стандартная. Это аквабокс для погружения на глубину до 30 метров, рамка для крепления камеры на штатив или присоску на стекло, крепление на шлем и на руль велосипеда, остальные крепления. Имеется инструкция по эксплуатации на английском и китайском языках. Все это упаковано в красивую коробку с приятным дизайном. Исключение из стандартной комплектации составляет пульт дистанционного управления, с помощью которого можно удаленно управлять процессом съемки фото и видео. Обычно наличие пульта – это особенность более дорогих камер, и вот тут такой подарок. Управлять камерой при помощи такого пульта очень-очень удобно. Съемка в реальном разрешении 4К с электронной стабилизацией – это основная фишка камеры. При хорошем освещении стабилизация отрабатывает очень четко. Если активировать функцию электронной стабилизации, то угол обзора уменьшается. При желании его можно сократить до 140, 110 или даже 70 градусов. Но в этом случае камера будет просто вырезать требуемый фрагмент из 170-градусного изображения и растягивать его до заданного разрешения. Управлять камерой можно как физическими кнопками, так и при помощи сенсорного дисплея. Всего камера имеет 6 режимов работы: простая запись видео, замедленная запись видео, убыстренная запись видео, таймлапс, съемка видео с возможностью одновременно делать фото, съемка фото и серийная съемка фото. Доступен любимый многим режим видеорегистратора, при котором камера автоматически включается и начинает запись при подаче питания и выключается при выключении зажигания. Звук кнопок можно отключить специальной опцией, а звук затвора отключается при задании минимальной системной громкости. Есть возможность включить режим расширенного динамического диапазона, настроить экспозицию, число ISO, баланс белого и другие параметры. В режиме фото есть возможность задать требуемый уровень резкости, который влияет на зернистость изображения. Одна из особенностей камеры – имеется редкий формат записи Full HD 90 кадров в секунду. Правда, при нем не работает стабилизация. Съемка видео может производиться либо привычным кодеком H264, либо более продвинутым H265. В
целом камера прекрасно снимает при хорошем освещении. Цветовая гамма близка к натуральной при небольшом преобладании желтых оттенков. Особенность камеры – резкое снижение качества видео при переключении в режим Full HD из-за заниженного битрейта потока. Full HD 30 кадров в секунду – стандартный режим, который применяют большинство операторов. И как вы видите, битрейт достаточно низкий, поэтому качество видео гораздо хуже, чем в режиме 4К. На данной таблице вы можете видеть поддерживаемые камерой формата видео и соответствующие им битрейты. Фотографии на камеру F500 получаются яркими и четкими, причем, как мне показалось, по качеству они даже лучше, чем фото с камеры SGCam SJ8 Pro. Из-за недостаточной светочувствительности матрицы качество съемки на данную камеру ночью страдает, но в целом остается приемлемым. В левом верхнем углу установлен миниатюрный микрофон, такой же, как в камере Экин H9R, и в новой камере звук очень тих и глух. Проблема решается просверливанием нескольких отверстий в корпусе камеры в районе расположения микрофона. Звук здесь неплохой, особенно в том случае, когда на корпусе камеры в районе микрофона сделаны прорези. А сейчас вы можете наблюдать, как на F500 работает режим замедленной съемки. Для управления Wi-Fi используется либо пункт меню сенсорного дисплея, либо кнопка вверх. При ее удерживании на верхней панели камеры загорается желтый индикатор, и камера переходит в режим ожидания соединения. Для синхронизации камеры и смартфона используется приложение Vision Bank. К сожалению, изображение передается на него с небольшой задержкой. Возможности изменить название точки доступа и ее пароль нет. Вот что реально порадовало, это режим веб-камеры. При подключении к компьютеру камера предлагает выбрать один из трех режимов работы. Просто зарядка, режим веб-камеры и передача данных. При выборе режима веб-камеры устройство начинает определяться как UVC-камера и отлично работает с такими приложениями как Skype, правда при этом сильно нагревается. Версия прошивки камеры F500 версии 1.1 от 26 августа 2019 года. Итак, неоспоримые плюсы камеры. Реальное разрешение 4К и электронная стабилизация изображения. Наличие пульта дистанционного управления и сенсорного дисплея. Поддержка прогрессивного кодека H265. Угол обзора 170 градусов. Возможность полностью отключить все звуки камеры. Бесперебойная работа в качестве веб-камеры. Хорошее качество звука после несложной доработки. Есть, конечно, и минусы. Это низкое качество ночной съемки, некачественный перевод меню на русский язык, марки корпус, не очень прочно сидящее резиновое покрытие. Еще я заметил, что при некоторых условиях съемки камера может зависнуть при попытке сделать фото, например, когда небо резко контрастирует с землей. Думаю, что прошивка зависает на автоматическом расчете экспозиции. Еще мне известно, что эти камеры OEM, то есть выпускаются без указания конкретного бренда и имеют достаточно высокий процент брака. Так, многие интернет-пользователи жаловались, что их камеры записывают видео рывками. Еще небольшим минусом можно назвать то, что тут нет возможности отключить заставку, поэтому при включении камеры вы всегда будете любоваться на китайца-серфингиста, а при выключении на китайца, катающегося на сноуборде. В целом, камера вне конкуренции за свою цену, которую за нее просят. Можете смело заказывать ее и пользоваться в свое удовольствие. Надеюсь, что данное видео вам понравилось и оказалось полезным и интересным. Встретимся на полезном канале. До новых встреч! Пока!